Прямо за мной, смотрите, находится музей Каподимонте, который сегодня я вас и поведу, и покажу все самое красивое. Вот это окно я открыла для того, чтобы снять панораму. Меня где-то открыло окно и снимаю панораму из самого-самого верха Каподимонте. Ух, какой ветер классный! Супер! Бомба! Сюрреализм. Музей практически пуст. Ну вот такие пистолеты, конечно, я видела на дуэлях в фильмах, а столько оружия я вижу первый раз. Посмотрите. Пли, ложись, пли, ложись, пли, ложись. Вау! Да я представляю, сколько стоит это оружие. Thank you.
смотрите, как лошаденок в обмундировании табло.